Напомним, в прошлую среду командир взвода прямо на пешеходном переходе сбил двух девушек 20-21 года. И вместо того, чтобы оказать им помощь, Мухита Убакиров, который за рулем находился в нетрезвом состоянии, попытался скрыться с места происшествия. Виновника жуткой аварии задержали почти сразу. Но в самом военном вузе, где служил капитан Убакиров, в шоке от произошедшего. Ведь руководство ВИСВО своего подчиненного, которого характеризует с неплохой стороны, женатого, имеющего двоих детей, такого поступка никак не ожидало. За руль военнослужащий сел в состоянии алкогольного опьянения. Естественно, люди, наделенные в погонах, наделены большими полномочиями, должны отличаться безупречным поведением. Вот. И высоким профессионализмом. Конечно, это из ряда вон выходящее происшествие в масштабе города, области и республики. Вот, поэтому это не есть правильно. Конечно, я беседовал с этим капитаном. Сейчас он раскаивается, совершив такое. Военнослужащий, который сбил двоих пешеходов, сейчас временно отстранен от работы. А военная полиция Аксюбинского гарнизона возбудила уголовное дело по статье 296, части 1. По заявлению пострадавшей стороны возбуждено уголовное дело по статье 296, часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Следственные мероприятия проводятся отделом военной полиции Актюбинского гарнизона. В настоящее время капитан Убакиров отстранен от занимаемой должности. Материалы отправлены о выводе его в распоряжение начальника генерального штаба до завершения всех следственных мероприятий и принятия окончательного процессуального решения. Служить капитан Убакиров после решения суда вряд ли сможет. Это признает его непосредственный начальник. Но на вопрос, почему в последнее время ВИСВО стало часто фигурировать в СМИ, причем не с положительной стороны, новое руководство пока объяснить не может. Со временем новое начальство намерено навести военный порядок. Но пока состояние двух пострадавших врачей продолжают оценивать как тяжелое. Одна из девушек до сих пор не вышла из состояния комы, вторая получает лечение в отделении нейрохирургии БСМП. Лиза Сакиева, канал Таспагамбетов, программа «Факт».